Здравия, дорогие друзья! Сегодня мы играем в... Как это я забыла? Это шумоподавляющий симулятор, только под водой называется. Да. Тем временем, с нами, кстати, Warrior Cat или Мантикора, как хотите называть, и я Санигус. Okay. Да, я пуснула. Здесь сейчас быстренько прокомментирую. Здесь так же, как и в Animal Simulator, есть животные. Это черепаха, которую мы недавно добавили, акула, рыбка маленькая очень, касатка, которую надо выбивать за босса, даже обычную, крокодил, как есть в Animal Simulator. Аксолот или крокодил взяты такие же самые. И тут даже можно, если ты на своем персонаже, взять разные себе хвосты русалочки. И, кстати, эти русалочки самые быстрые. Ну, я не буду, пожалуй, за русалочку. Для меня самое смешное пока что это акула. Тут еще есть вот такая черепаха, я пока не буду за нее играть. И, кстати, сейчас быстренько расскажу, как выбить, например, скин акулы, вот такого, как у меня. Вот, unblock skin be defeating game shark, main map. Это главная карта. Давай с вами к нему допыхнемся. Давай, только я не знаю, как мы... Он не очень сильный, Да, кстати, ребят, смотрите, как эти акулы умеют прыгать. Раз. Короче, показываю еще раз. Опа-на! Она выпрыгивает вот так с водички. Ну да. Ладно, я сейчас от первого лица, наверное. Нет. Ладно, тут неудобно сидеть. Так, вот сюда тут у кого-то уже огненный крокодил. А у меня из-за того, что... Кстати, у меня есть ледяной крокодил. Я его выбила тоже. Да, Настя тут уже играла, а я как нумбасися какая-то. Ну, Соня, тут почему-то даже когда ты уже прокачанная, у тебя все равно урон по 5. Но у этого босса у него всего 300 хп. И тут какие-то вот челы, они помогают. Соня, блин, ты тут стараешь, да? Я не могу... Дарить даже не один раз. Добивай, Соня, добивай. Стой! Все равно это мало. Акула! Это дебильная акула не убивается. О, у меня... Ей, у меня касатка. А что это... Соня, давай за нее зайдем, она очень красивая. Это редкая касатка. Видишь, какая она красивая? Мне кажется, или эти крокодилы взяты из Animal Simulator? Да, это да. Чё? А знаешь... Соня, я аксолотли тоже есть. Хоп-она! Ничего себе, она красивая. Так, аксолотли, да. Короче, я буду за косарочку. Так, я... Это так, подождите. Где, подожди, ты где? Да ты меня надоел, крокодил. Я что, куснуть? Чё ты меня кусаешь, а? Настя, помоги, пожалуйста, тут. Крокодил. Что, не нравится? Не нравится? А, я, походу, крокодил. Угу. Блин, давай мы сейчас сделаем клан, чтобы мы друг друга не могли... У тебя сердечки? Так, сделай клан, да, кстати, чтобы мы не могли друг друга поубивать нафиг. Но я хочу себе как бы какой-то скинец на акулу, потому что я хочу. Потому что я... Нет, касатка тоже мило сидит, подожди, касатка тоже милая. Но она не совсем милая, она более, она очень красивенькая. Касатка, все, касатки, я назову касатки. Да. А, нет, ладно. Хорошо. Акулки. Так, подходит тебе игра? Акулки. Вот. Пригласить игроков. Подожди, у меня сейчас... Вот, пригласить. Приняла? Yes. Так, обновить. Назад. Да, ты у меня есть. Господи, по сравнению с касаткой, смотрите, какой маленький ник. Ладно, давайте мы сейчас поизучаем другие карты, наверное, или что? Смотри, касатка достаточно быстрая. Так, я хочу просто показать других. Тут, да, есть еще черепахи.
Черепашья. Давайте Надо, повторю можно, задание. надо вулканическую черепаху победить для этого. Кстати, я думаю, если тут есть Animal, к примеру, черепаха, ее могут в Animal Simulator добавить. Да. Кстати, кстати, насчет рыбки, надо ее найти, рыбу. Мы сегодня на болоте сейчас. Да-да-да-да. Когда за крокодила какого-нибудь зайди по болоту, ну типа там ага. Болото, как-то это не очень, знаете. Да. Кстати, есть гигантский крокодил. Кстати, крокодил очень быстро плавает. Короче, давайте так. Мы сейчас побеждаем, типа, крокодила, или я не знаю, и заканчиваем ролик, чтобы он не сильно растягивался. Ах ты. Ладно, я себе тоже сейчас какое-нибудь имя напишу, например, какое у меня было в Animal Simulator. Я буду зеленым крокодилом. Там есть минус. Крокодил вот так наверх, да, молодец. Крокодил, а чё он в Animal Simulator так не прыгивает? Так, пишите в комментариях, нам надо, чтобы он так же в Animal Simulator прыгал. Нам это надо. Мне надо сделать клан. Давай тут и останемся. Сейчас сделаю клан. Крокодайл, окей. Блин, я написала. Да, надо, я понимаю, большой крокодайл, да, надо? Так. Так, окей, окей. Ну, вот я его вижу, он сверху меня, Соня, ты сейчас прими. Да, я его вижу, я его вижу. Соня, я тебя пригласила. Да. Я надеюсь, я не умру. Ты приняла? Да, он я приняла. Сильный, да, он сильный. Да, мне 10 тысяч XP дали. Я хотя бы повышаю себе уровень. Короче, да. Друзья, давайте прощаться. Всем спасибо, всем пока. Сразу говорю, простите, что будет вторая часть, потому что мы не все тут еще изучили. Ладно, давайте. Пока-пока. Всем пока.